Друзья, всем привет! Меня зовут Маша, я худею. Похудела уже на 51 килограмм со 115 до 64. Мне сейчас 41 год. Я бы хотела похудеть до 58 килограмм. Это мой идеальный вес. И, в общем-то, я к этому иду. Праздники остаются позади. Все, завтра Старый Новый год, да, последний праздник. В общем, надеюсь, после этого уже искушений будет меньше. Итак, что я купила? Хочу показать вам сегодня в супермаркете, из чего я буду готовить на неделе свои обеды, завтраки, ужины, которыми тоже с вами делюсь. Во-первых, это вода. Я все время ее беру, чтобы пить. Пью воду из-под крана, у меня стоит фильтр, и пью вот эту воду из бутылок. Так, что я взяла? Яйца. Форель. Это вот такая вот форель радужная, да, мелкая. Вот у меня здесь 4 рыбы на 387 рублей. Дальше. Кабачки. У меня здесь 2 штуки. 28 рублей 41 рубль. Большой сладкий перец 46 рублей. Вот такой... Ой, извините. Вот такой творог я решила попробовать. Киржач. 9%, 130 рублей. Хочу сделать либо сырники, либо запеканку. Взяла 9%, потому что все равно добавляю что-то, сметану, например, если, да, делать запеканку. Яйца, все равно жирность его повышается от этого. Йогурт термостатный вот такой взяла. Вот такой Данон. Йогурт я использую, чтобы делать сладкие соусы, чтобы делать соусы в салаты, чтобы... мясо, просто так ем. В общем, ем их довольно много. Огурцы. Мандарины 134 рубля. Здесь килограмм мандаринов. Морковь. 12 рублей. Вот хороший продукт. Так, чеснок. 2 штуки. Яблоки 99 рублей красные. Салат айсберг. Уже хвалила вам его в 100 граммах айсберга. Всего 15 калорий. Тут, правда, по-моему, 99 рублей штука сейчас стоит. Ряженка. Так, розмарин и мята. Фарш говяжий 269 рублей. Это тоже йогурт питьевой. Помидоры. Индейка. Индейку хочу приготовить в мультиварке с овощами. Тыква. Думаю, что как раз пойдет. Сливки 33%. Это я взяла, хочу взбить, сделать там, в общем, десерт. Это ягоды тоже для десерта. Вот такие семечки я уже показывала. Беру разные, добавляю в салаты. Ой, кажется, открыта упаковка. Добавляю в салаты, добавляю в выпечку. Ну, эти, по-моему, с паприкой. Прошу прощения. Вот. Так, здесь у меня еще курица. Запеку целиком, либо сделаю в мультиварке. И зеленые яблоки. 75 рублей. Для салатов хорошо подходят. И для выпечки, если делать, допустим, шарлотку.